Ежегодно мы посвящаем свои небольшие спектакли на День лицея какому-нибудь писателю. Когда Александру Сергеевичу Пушкину, конечно, это святое. Когда Чехову, когда Гоголю. В этом году мы посвящаем свой спектакль Льву Николаевичу Толстому. Виктория Викторовна написала сценарий по повести Толстого детства. Вы увидите несколько сцен из его жизни и услышите его воспоминания. Счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Участие, с которым он пытался гадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту до того я мог не любить Карла Ивановича и находить противный его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это мне кажется чрезвычайно милым, и даже кисточка –